игровое меню, и, как правило, у многих после нажатия кнопки происходит вылет. Что сделать, чтобы этого не происходило? Итак, проблема вылетов из меню Fallout 4 заключена в серверах Bethesda. Чтобы убедиться, что это именно ваш случай, вы можете поставить видео на паузу, отключить интернет и, как правило, спокойно зайти в меню без вылета. Если это так, то смотрите видео дальше. Нам понадобится VPN, в моем случае это WinScribe, ссылка на программу в описании. Нам понадобится американский или канадский IP-адрес, в моем случае я выбрал Canada East. Выбрав VPN сервер и нажав кнопку ON, ожидаем, пока Steam перезапустится. Видите, у нас сначала пропадает интернет, после чего интернет переподключится с новым IP-адресом. И, следовательно, Steam также должен перезапуститься. Оп, мы пропали из сети и снова подключились. Все. Готово. Рекомендую сразу же проверить, нет ли каких-либо загрузок, потому что у нас трафик ограниченный. Если вы подтвердите свою почту при регистрации на WinScribe, то у вас появится еще плюс 8 гигабайт. У вас будет их 10, а не 2. После того, как Steam перезапустился, заходим в игру. В меню игры можно заметить, что строчки «Клуб творчества» и «Модификации» доступны спустя несколько секунд. А в этом и заключается причина вылетов. Как только «Клуб творчества» становится доступным, заходим в него. Потом предлагают создать аккаунт. Просто вводите адрес своей электронной почты и жмете «Ок». Затем начните новую игру, сохранитесь и выходите. VPN вам больше не пригодится в этом случае. Теперь можно заходить в игру, как обычно. Благодарю вам за внимание. Подписывайтесь и оценивайте видео. В будущем этот канал будет посвящен игровой тематике и путешествиям. Также у меня есть игровое сообщество «Авангард». Вы всегда можете сыграть во что-нибудь вместе со мной.